понимали, что мы идем на риск. И она, наверное, это понимала как никто. Вот. Но она женщина смелая. Хотелось бы, чтобы люди, несмотря на все эти глупые, смешные какие-то там ужимки, движения, ухмылки, чтобы к ним дошла вся глубина этой постановки. Вылитый петрушка. Он такой всегда... какой-то вживается в роль. То есть вот эти бровки домиком. И он такой трогательный. Вот такой амплитудный вообще. Маленький, но амплитудный. Танюха выстроила комнату, видите? Из людей. Стену. Люблю такие штуки. Как-то он сомневается, да? В глазах. Да типа не смеются над ним. Толпа смеется, потому что ну, он как бы кукла, а он влюбился, и как кукла может влюбиться, а толпе все равно. Это хорошо. Искренне пытается быть.